Всем привет и добро пожаловать на канал. В этом видео подведем итоги года. И первая работа в этом году, она же и самая масштабная, посвящена огнеборцам Чернобыля. Набор от фирмы ICM в 35-м масштабе, комплектуется сразу пожарным автомобилем, четырьмя фигурами огнеборцев и такой небольшой диорамой, скажем так, задником, на фоне которого изображен реактор Чернобыльской атомной электростанции. В момент аварии на ней. Набор в постройке очень понравился, а сама диорама получилась очень зрелищной. Второй моей работой был танк Т-34, куда же без них. Это не первый и, наверное, не второй и не третий Т-34, который был построен мною. Сделал его на такой небольшой диораме с танковым экипажем. Модель танка и экипажа от фирмы «Звезда». Пытался на диораме сделать следы лужиц, воды из эпоксидной смолы. Ну, получилось неплохо. Ну и что же может быть лучше, чем Т-34? Конечно же, второй Т-34. Это моя третья диорама в этом году. И второй Т-34. Четвертой работой в этом году стал Panzerkampfwagen 3 модификации F, модель среднего немецкого танка. После постройки данной работы решил подобрать под него задник для красивых фотографий. Получилось очень-очень красиво. Пятая работа в этом году посвящена огнеборцам, и это оловянная фигура современного российского пожарного. Идеи для создания данной работы подкинул фильм «Огонь». Красивый УАЗик, жаль только не мой. Здесь автомобиль не мой, делал только под него подставку по заказу. Шестой моделью в этом году стал Хаммер в 35-м масштабе. Делал ее по мотивам игры Battlefield 3 для одного из фанатов этой игры. Седьмая работа этого года — это Лаф-АД, зенитный вариант бронетранспортера, также по мотивам игры Battlefield 3 для все того же фаната. Восьмой работой в этом году стал отряд ФСБ с бронеавтомобилем «Тигр». Модель автомобилей фигур от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе. Работа получилась удачной, что захотели еще раз ее повторить и заказать у меня. Но об этом чуть-чуть попозже. Девятая работа в этом году, без привязки к реальным событиям, но навеянное ими. Модель танка Т-14 «Армата» с танковым экипажем и бабушка, которая вышла их встречать с советским флагом. Данную модель очень много критиковали, но и не только. Также имеется много положительных отзывов. Десятой работой в этом году стал танк Т-80 и украинские гранатометчики. Идею для данной работы взял из видео, где украинские гранатометчики пытались подбить наш Т-80, но все попытки были тщетны. Что-то слишком много современной тематики, немного от нее отвлечемся. Это ИС-3 в 35-м масштабе по мотивам игры World of Tanks. Делал камуфляж из этой игры, получился довольно-таки неплохо. Мне кажется, этот танк есть много у кого в ангаре. И это 11-я работа. 12-й работой стал его конкурент Королевский Тигр в 35-м масштабе в зимнем камуфляже. Пытался его немного состарить, сделать, так сказать, бывшим в эксплуатации. Сменим военную тематику на строительную, и это модель трактора SDLG в 35-м масштабе. Сделал его на небольшой диораме. Причем удалось раскопать эту модель, не сборную, а железную. Это модель от производителя данных тракторов, точная копия настоящего трактора. Вторая армата в этом году, она же 14-я работа в 35-м масштабе. Сделал городской камуфляж по просьбе заказчика. Получилось как-то так. Немного времени на размышления, отгадайте следующую модель. Battlefield 3. Кто отгадал, тот молодец. И это модель М1128 Striker. Набор от фирмы AFW Club. Данная модель очень понравилась в сборке. Очень богатая комплектация, фототравление. Множеством деталей от других модификаций этой машины. Немного сбился со счета. 16-я модель. И это BMP Boomerang от фирмы «Звезда». Очень большая модель для 35-го масштаба. В сборке очень простая. Сложностей не вызвала. Сделал ее чистой, парадной.
Данная модель БМП еще не поступила на вооружение, поэтому сильно с ней не химичил. Семнадцатая модель в этом году — современная техника БМПТ «Терминатор», боевая машина поддержки танков в 35-м масштабе от фирмы «Звезда». 18-я модель в 35-м масштабе Су-152 делал ее для уголка истории в одну из школ. Ну и завершил 2022 год такой вот небольшой диорамой с автомобилем «ГАЗ-Тигр» и подразделением Росгвардии. Такую же работу, можно сказать, аналогичную сделал в начале этого видео, если успели заметить, только тут уже не отряд ФСБ, а Росгвардии. Фигуры те же, но перекрасив форму, сделав ее расцветкой мохом, мы получили бойцов Росгвардии. Вооружение у них, в принципе, такое же. События на диораме на момент реальных действий в зоне проведения специальной военной операции. Сделал что-то в виде досмотра бойцами Росгвардии домов, строений, гаражей, подвалов. На всех своих диорамах, в том числе на этой, основание делал из пеноплекса и ставил все в фоторамку. Мне кажется, как по-моему, фоторамка подчеркивает работу, как-то ее, скажем так, делает более законченной, что ли, как по мне. Видео по каждой отдельной работе, а на некоторые работы сделал даже с процессом постройки, да, еще не все, только учусь, скажем так, начинающий. Можно посмотреть у меня на канале, если кому будет интересно. Ну и будем подводить итоги. 19 работ в этом году, считаю, неплохо. Год был очень продуктивным в плане моделизма. Что ж, будем прощаться, увидимся уже в следующем году. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю творческих успехов, счастья, здоровья и берегите себя. Увидимся в следующем году на канале.